этот мир перевернем. С тобой вдвоем, с тобой вдвоем. Вот так индиец Анкит Тивари осваивает текст и музыку русской популярной песни. Дается это молодому человеку пока не очень легко, хоть и вокальным искусством он занимается более 6 лет. What is the main difficulty in the singing this song? Basically, I feel no difficulties. Трудностей в исполнении музыки у меня нет, потому что на гитаре я играю весьма давно. А вот русским языком я владею не очень. Петь на вашем языке довольно-таки непросто. За год проживания в России индийцу Анкиту Тивари перешагнуть через языковой барьер пока не удалось. Потому на празднике Холи молодой человек исполняет песню на индийском. Не спеть по случаю Холи просто не мог, говорит Анкит. Обычай обязывает отмечать эту дату весело и с размахом. Ведь праздник приурочен к приходу весны, что для теплолюбивых жителей Индии повод для большой радости. От традиции молодой человек не отступает и в обычные дни. Так Анкит Тивари в свободное время занимается йогой в комнате своего общежития. Возраст индийской практики, призванной оздоравливать душу и тело, больше 2000 лет. На родине молодого человека считают, что те из людей, которые достигнут особых успехов в освоении этого учения, будут жить среди богов. Однако я занимаюсь йогой по другой причине. Благодаря комплексу специальных упражнений можно приводить тело в порядок без дорогостоящих лекарств, просто сидя на полу и медитируя. Впрочем, то, что медикаменты также эффективный способ укрепить здоровье, Анкит Тивари убежден. Ведь сейчас молодой человек обучается на первом курсе Пермского медуниверситета, и профессия врача в будущем станет для него делом всей жизни. В России очень высокий уровень медицинского образования, потому я и приехал учиться в вашу страну. После получения специальности, в случае, если я смогу найти работу в Перми, я останусь здесь. Ведь мне нравится Россия. Ее жители очень отзывчивые и позитивные. На сегодняшний день в Пермском медуниверситете обучается 700 индийских студентов. И снижение этой цифры в ближайшем будущем не прогнозируется. Все понимают, что это очень трудная профессия. Во-вторых, она на самом деле важная. Особенно в стране, где есть множество, да, проблем в медицине. То есть врач в Индии – это особая, так скажем, каста людей. Они получают хорошую зарплату, они очень уважаемы в обществе. Пока же в погоне за тем, чтобы обеспечить себе светлое будущее, Анкит Тивари и его соотечественники усердно вникают в тему очередного занятия по медицинской дисциплине. Правда, сегодня студенты позволили себе немного расслабиться. В этом году апогей празднования Холи приходится на 2 марта, когда происходит полнолуние. Алексей Немтинов, Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта».